Дай женщине шанс самой к тебе стремиться идти. Не души ее своим вниманием и своей инициативой. И вот в подтверждение своих слов скажу стандартную ситуацию. Вот приходит на консультации мужчина после разрыва взаимоотношений. Ушла жена, там, девушка, неважно. В общем, переживаний много. Другие не цепляют. Ну, не цепляют. Но проходит там месяц, и он начинает как бы уже там с кем-то знакомиться, с кем-то ходить на встречи. Вдруг он понимает, что и одна ему пишет, и вторая что-то хочет. Вдруг он говорит: Максим, мне вот там эта девушка подарок сама сделала. В жизни такого не было. Да? И все получается. И что вот самое интересное? То есть мужчина, именно в контексте построения отношений, он, ну, прям сверх чего-то нового, то есть он навыка нового не обрел. Он не обрел еще нового навыка. Но просто за счет того, что у него нет желания нравиться этим женщинам, ну, он изначально немного безразличен, он побывший страдает, у него со всеми все получается. Он их не душит, и они начинают к нему тянуться самостоятельно.